без ошибок, четко понимал. Вы это слышали, нахуй? Это было слышно? Блин, что это было? Весел сводит идиот, момент очень опасный, но как убить алхимика? Слушай, а он под веслом. Он под веслом, есть time dilation, очень больно юниту. Лу готовится прыгать. Надо прыгать, ставить хрона... Да куда ж ты не попал хроносферой, брат? Ну ты чего? Что это такое? Ой-ой-ой-ой, какая-то актерская у нас игра. Работа! Мужики! Закрыт! Не закрыт, бог. Санстрайк, Андрей, санстрайк, Андрей, санстрайк, Андрей, санстрайк! Санстрайк, хорош! Хорош, Андрюша, делаем! На раз, два, вниз! Сколько ну, смотри! Вниз! Шапогляд, ёбаный, смоки у нас вот Ты что, до сих пор не получил все награды ивента? Тогда бегом на тесте, ведь это первый сайт, который сделал сокровищницы полностью бесплатными. Открывай ежедневные бесплатные трежерки под завязку, забитые всеми новыми вещами ивента, включая арканы. Переходи к моим друзьям на самый легендарный сайт по рандучкам в доте, вводи промокод, получай бонус к пополнению на 15% и еще одну бесплатную трежерку. Заходи скорее, пока такая халява не кончилась. Серега, ты же знал, что за буст будут такие игры. И мотивация в том, что есть игры, где твой скилл решает. Какой, за какой буст, блядь? Какой буст, блядь? Тупорылый, блядь! Вот игры после буста закончились, вот. Вот на этой игре, блядь. Вот они, вот. Вот здесь закончились. Пошли мои игры в соло, вот. Одни победы. И устрик пошел. Ебаный ты биомусор, блядь. Тупоголовый, нахуй. What the fuck? Why can't I move? Why can't I move? What was that? Алло, уебки, АСС, где на? Кирилл, блядь! Кириллу пиздец дают за агрессию. Кирилл, ты чё материшься, охуел? Прости, пожалуйста, а чё вы мне АСС не дали? Чарж на лоу. Ну нет, лоу. Вышки, чтобы телепортироваться. Кстати, Реком оф Соус под Незер Страйк. Баш сработал и... Опять не хватает. Таймлэпс на развороте с формы. Да, слушаю. Привет, система 50 подразумевает, что ты побеждаешь 50. А ты, Лилу, знаешь, система 100. Завали ебал. Эта система делается для пивных уёбков, которые заходят раз в месяц поиграть, чтобы у них была мотивация в эту игру заходить. Если они зайдут 10 раз, отсосут хуец, что в принципе должно быть. Если человек не умеет играть доту, он должен проигрывать, неправильно? То он просто больше в неё никогда в жизни не зайдёт. Такая звезда, как Ника Бэйби? Ника Бэйби все свои зарплаты и призовые вкладывал в покупку разрушенных квартир и ремонтировал их через своих братков, там, румынов или кто он там по национальности, я не помню. В итоге у него теперь есть куча квартир в топовых районах своей страны, которые он там прям чуть ли не барон, короче. Это то, что я о нем слышал. Он пи***ко успешный, типа, в жизни. А? Мы смогли! Мы смогли! Кстати, Агвайр, но справился. Удачи всем, ребят, молодцы. Спасибо за игру. Залагало. Ками леший, посмоками. Что? Как это видно? Что за бред? Что за брат? Он там разлупился. Нет. Мы сами съели 24 на 7 просто. Сделал! Вот вы верите, что рептилоиды существуют? Я слышал, знаете, какую историю? Не знаю, можно такое на стриме рассказывать или нет. Короче, одна женщина познакомилась с мужчиной, красивым, милым.
И когда, короче, они начали заниматься сексом, она, короче, вот так вот руки, типа, ему на жопу кладет, а потом чуть выше, короче, начала вести, и у него хвост. Да что ты делаешь, долб***ь? Пости, чтоб ты отмутнул его. Да все отмутнул. Заебал. Реально заебал. Ну и просто папича послушать. Которому 17 лет, даже он знает папич, хотя он, по-моему, он вообще за копом не сидит. Кто, брат твой? Племянник. А, племянник? Ну да, блядь. Я... У меня знакомая, по-моему, девушка какая-то лет 15, нахуй, знает папича. Блядь, что-то я сейчас наговорил, пиздец, какой-то хуй. Короче, знакомая, дочка мамы, дочка не моей мамы, а своей мамы дочка. Ей 15 лет. Племянница, короче. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling Rick don't know how my... Я ж дотер, бро. Посмотри на меня, кто мне даст, блядь?